Здравствуйте, детки! Здравствуйте, Ева Ярославовна! А ну прекратите дурачиться! А вы почему молчите? Что ли, не рады меня видеть? Рады, конечно! Здравствуйте, Ева Ярославовна! Здравствуйте, Ева Ярославовна! Ну, детки, все сделали домашнее задание? Снежка, что молчишь? А ну покажи тетрадь по математике! Это не математика! Я тетрадку дома забыла, но я домашку точно сделала. Ну да, конечно, я тебе верю. Двойка тебе! Тиана, а ты что мне расскажешь? Я не очень поняла задание и не смогла его сделать. А, ты думаешь, что я плохой учитель? Не могу детей научить математике? Нет, нет, я так не считаю. Так ты считать не умеешь. Два тебе. Ева Ярославовна, а я все сделала. Вот, смотри. Молодец, доченька, вот тебе печенька. Спасибо. А теперь, детки, я вам дам легкое задание. Сколько будет 2 плюс 2? Кто знает? Можно я отвечу? 3. Ай-яй-яй, такой простой пример и не знать. И, кстати, дети, если вы знаете, сколько будет 2 плюс 2, ставьте лайк.